Ебать! Ебать, да, пизду. Горит! Пизда горит! Все, пизда! Пизда, въебали нахуй! Не, вот это в натуре въебали! Уйдите с балкона нахуй, ходите отсюда! Ебать! Ходите нахуй отсюда! Ебать, пиздос, да ну нахуй! Все! Ну вот это пизда! Пизда, завод въебали! Че, выйдем, да, немножко? Не-не-не, не надо! Все, пизда! Ну вот это в натуре подожди. Пиздос! Во-первых, я... Да ну нахуй! Пизда, въебали нахуй. Не, вот это в натуре въебали. Уйдите с балкона нахуй, ходите отсюда. Ходите нахуй отсюда. Ебать пизду, да ну нахуй. Все. Ну вот это пизда. Пизда, завод въебали. Че, выйдем, да? Пиздец, уже второй взрыв прозвенел. Ебать. Ебать, да, горит, пизда горит нахуй. Все, пизда. Пизда, въебали нахуй. Не, вот это в натуре въебали. Уйдите с балкона нахуй, ходите отсюда. Ебать! Ходите нахуй отсюда. Ебать пиздос, да ну нахуй. Все. Ну вот это пизда. Пизда, завод въебали. Че, выйдем, да, немножко? Не-не-не, не надо. Все, пизда. Ну вот это в натуре пиздос. Во-первых, я могу... Да ну нахуй. Пизда горит нахуй. Все, пизда. Пизда, въебали нахуй. Не, вот это в натуре въебали. Уйдите с балкона нахуй, ходите отсюда. Ебать! Ходите нахуй отсюда. Ебать пиздос, да ну нахуй. Все. Ну вот это пизда. Пизда, завод въебали. Че, выйдем, да? Пиздец, уже второй взрыв прозвенел. Принято, я Фурсик. Компас, я Фредді, підтверджую Фурсіка. Впаду на край. Прийняв. Після пуску ЗРК Стріва-10 знайшли БПЛА. Збила Стріва-10 Оріон. Оріон. От він догорає в тури. Який не стріляв, камера згорівша. Криво. Розмах крива. Стріва 10 збила Оріон. Компас, я Фредді, підтверджую Фурсіка. Впаду на край. Прийняв. Після пуску ЗРК Стріва-10 знайшли БПЛА. Збила Стріва-10 Оріон. Оріон. От він догорає в тури. Який не стріляв. Камера згорівша. Криво. Розмах крива. Стріва 10 збила Оріон. Kremlin spokesman Dmitry Peskov called Monday reports of alleged North Korean troop deployment to Russia contradictory information. South Koreans say one thing, the Pentagon says it has no confirmation of such statements. There is a lot of contradictory information, Peskov said during a conference call with reporters on Monday. Probably, it must be treated as such, he added. South Korea's spy agency said Friday it had confirmed that North Korea sent 1,500 Special Operation Forces to Russia this month to support Moscow's special military operation in Ukraine. Ukrainian President Volodymyr Zelensky earlier said his government had intelligence that 10,000 North Korea soldiers were being prepared to join Russian forces. North Korea, the Democratic People's Republic of Korea, is our close neighbor, our partner, and we are developing our relations in all fields. It is our sovereign right, Peskov stressed. Asked about former US President Donald Trump's comments in which he said that he once threatened to strike Moscow in a conversation with Russian President Vladimir Putin, Peskov responded that, "We prefer to take a very responsible position of not making top-level conversations public." Regrettably,
quite a few global leaders don't share this position and don't respect information hygiene. Let it stay on their conscience, Peskov said. Now, a lot of heated emotional statements could be heard in the United States during the election campaign, particularly in its final stages, he added. Северная Корея, Корейская Народная Демократическая Республика является нашим близким соседом, нашим партнером, и мы развиваем наши отношения во всех областях. И это наше суверенное право. И это ни у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше. Мы видим много противоречивой информации. Южные корейцы заявляют одно. Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям. Поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться. Мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непридания публичности содержания разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и такую информационную гигиену в данном случае не соблюдают. Но это на их совести. Сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в Соединенных Штатах в рамках избирательной кампании, особенно ее финальной стадии.